Встречайте первого участника! Вот, дорогие друзья, рестлер, которого мы очень давно не видели. На ринге была у него травма. Потом он восстанавливался, выступал за границей. И возвращается в НФР не просто, а в статусе интернационального чемпиона KWF. Курдский воин Арамир. Да, дорогие друзья, сейчас нас ждет трехсторонний поединок. И ну, мы все уже действительно соскучились по Арамиру. Давненько мы его не видели в действии на ринге независимой федерации рестлинга. Поэтому посмотрим, что сегодня покажет этот великолепный боец. Да, но сегодняшний бой не за титул. Арамир ранее выступал в федерации в статусе чемпиона KWF King of the Ring, проигрывал этот титул Сиблому, потом выигрывал его обратно, но везет ему чемпионскими поясами в этом промоушене. Да. Встречайте следующего участника этого матча. NSW, Санкт-Петербург, Сам Ди, один из самых талантливых молодых рестлеров России, на мой взгляд. На мой тоже абсолютно. Я с тобой солидарен, коллега, потому что Сам Ди – это яркий представитель нового поколения, новой генерации рестлеров в России. Этот молодой человек заставляет о себе говорить не только когда он находится на ринге, но и за его пределами. Великолепная техника, великолепное построение матча и титулы. Да. И последний участник матча трех углов. И третий участник, представитель независимой федерации рестлинга, Саня Панков. Да, можно сказать, что у нас такое, знаешь, противостояние сразу трех промоушенов, потому что каждый из рестлеров представляет свою федерацию, но сегодня они встретились в одном ринге, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Да, интересно, что это даже не только три разных промоушена, три разных стиля рестлинга. Да? Саня Панков заряжен на поединок, а в руках его чаги, которыми он так ловко умеет обращаться. Да, напоминаю, что этот поединок, как и все сегодняшние матчи, происходит без каких-либо правил, без дисквалификаций, отчетов и прочих классических, да, примесей, которые сегодня не нужны и не действуют. Но по идее бой трех углов он и так без правил дисквалификации. Да, но лишь не будет. Но да, тут напомню, еще и зрители оружие могут передавать. Это точно. О, пьяного мастера уже кто-то требует. Да, при том, что фляги-то не было как таковой. А, друзья, а фляга-то? Что-то я не видел флягу. Ой-ой-ой, и что делать? Сразу же. Саня Панков. Да, да, Сам Ди, мне кажется, даже не успел понять, что вообще произошло. Кик, смотри, какой удар получил от Сани Панкова. Да, европейский апперкот в исполнении Панкова. Запуск в угол, удар локтем Арамир получает. Сам Ди немножко оглушен, поплыл после такой подачи. Захват ножниц, бросок, но Панков... Ой-ой-ой, какой реверс в исполнении пьяного, ну не совсем пьяного, пока что трезвого мастера. Смотри, что творит Сам Ди. Да, Сам Ди тоже не лыком шит, разгоняется наш питерский гость. Великолепная атака бегущим коленом. Да, Арамир не позволил пройти удержанию. Удар локтем. Запускает Сам Ди в угол. Чоп выписывает сейчас Курдский воин. Разгон. Клоузлайн. Степбэк. Ну, Арамир, он такой приверженец классической школы рестлинга. Сам Ди это технарь, хайфлайер. Саня Панков мастер восточных единоборств. Да, посмотрим, чей же рестлинг сегодня окажется сильнее, коллега. Чей рестлинг окажется более рестлерским. Да, тем временем Сам Ди мастерски уворачивается. Разгон, и еще одно летящее колено теперь уже в голову Арамира. Пока бой идет за рингом, Саня Панков там у нас проводит рейд по зрительному рядам. Да, видимо, собирает самые сливки из того, что принесли наши гости. И обрати внимание, да, гости. Есть кое-чего. Вот вооружился.
Урнулся палкой, промах. Да, ой, еще промах. Еще промах. И очередной Инзагири в исполнении Самди. Я вот все хочу посмотреть, когда ураганный наездник. Да, конечно, хочется посмотреть, на, когда панков возьмут нунчаки в руки. Я думаю, что до них мы дойдем, а сейчас великолепный верт-брейкер в исполнении. Ты вспомни бой без правил, вот Панкова против Тима на одном из недавних ударов. Это просто шикарный да? бой. О, Харон в исполнении Самди. Комбинация ног Панков уворачивается. Да. Да, тем временем сейчас за Саню Панкова взялся, как следует, Арамир за пределами ринга, и бьет он лицом его об апрон. О, клавиатурой замахнулся на человека, который ему ее передал. Да, но... Ой, Саня врезается в столб. Своеобразное, видимо, чувство юмора у нашего курдского воина. Ну, может, так не принято, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, Самди смотрит на все эти разборки. Разгоняется он сейчас в ринге, пока Арамир не видит. Офсайд! Великолепная планча через третий канат в исполнении Самди. Любопытно, кому адресован этот клич? Панкову или Самди? Русские вперед! Я не знаю, коллега, но в любом случае... Смотри, Панков вооружился нунчаками. Русские вперед, это сильно. Опа! Ой-ой-ой-ой! Ты видел? Мои глаза не успевали следить за этих нунчаков. Да, не шутите с Саней Панковым. Что Саня творит? Просто... Джеки Чан, алло! Это просто, ребята, это... Великолепная работа от Сани Панкова, от бывшего командного чемпиона НХЛ. А Саня пошел к... Пинтурома мне он говорит, как бы. А, это он, слушай, а если он сейчас что-нибудь выбьет, будет пьяный мастер? Ну, да. Точно, смотри. Смотри. Что Арамир там готовит. Саня... Да, Арамир делает ДДТ. Пока Арамир и Самди дерутся, пьяный мастер сейчас будет разминаться в баре. Да. Саня уже немножко испил. Что сейчас твой? Да, слушай, он полностью вообще. Ты пойми, что Самди с Арамиром даже не подозревают, что их ожидает. Что сейчас будет? Это нечто. Да, Самди пока... Да, смотришь, ну Самди как-то великолепно. Да, укладывает он Арамира, встает на второй канат, и ему нужно великолепно просто. Один, два. Только на двух матч продолжается. Да, а Саня Панков продолжает разминаться в баре. Я фильм целую с Джеки Чаном, пьяный мастер. Ну, ребят. Да. Знаешь, я не думаю, если у Сани Панкова сломается стакан, но он продолжит разминаться в баре. Нормально, сейчас будет, я думаю, это будет. Так, Самди. Что делает Арамир? Да, Самди получает сайдвот слэм. Вот, как раз дождались мы его. О, все. Пьяный мастер пришел, друзья. Я не знаю, я бы на месте Самди и Арамира просто бы ушел бы с четырехугольника, потому что то, что сейчас будет, это будет полное новогоднее безумие, господа. Ну, вы слышите, да, пьяный мастер. Это просто невероятно. Хайкик коленом получает Арамир. Промах. И Самди вот ударом ноги сшибает его. А Саня Панков что-то пока не торопится, но я думаю... Сейчас выпитая подействует. Стременная на пасашок, погонная и так далее. Ну, вместе, ой-ой-ой. Ну что, один, два, три. Саня Панков пробил матч. Охренеть, чувак. Как ты мог? Саня не победил. Саня Панков просто не успел. Не может быть. Самди наш. Вот так, друзья. Слушай, стоял у стойки. Что будет пьяный? Вот, у меня нет слов. Я не знаю, как это комментировать. Но Саня Панков попросту пробухал свой матч. Да. Это, мне кажется, это первый раз за всю историю независимой федерации. Вообще раз, такого только. Никогда не было. Пошел, слушай. Это легендарное шоу. Он, видимо, рассчитывал, что пока они там будут разбираться, он успеет. Не успел. Как говорится, пей свои фляги, а не из чужого стакана. Так, секунду, Арамир. Так. Извините, ребята, я знаю, все не понимают по-английски.
Я хочу что говорить по-русски. Если мои слова... О, Рамир, по-русски учился говорить. Вот как скачали диски вперед. Сегодня была моя последняя мяч. Я уберусь. Я больше не ступаю на рингу никогда, нигде. Ну, спасибо. Судья, спасибо НФР, спасибо всем сегодня. Когда буду International Wrestling Champion, но я больше меня не нужно. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, Рамир только что завершил карьеру. Только что завершил карьеру рестлера, все-таки травмы. Мы аплодируем Рамиру.